Слов'янськ дочекався своїх паралімпійців. На паралімпіаді в Лондоні Олександр Мащенко завоював 2 бронзові медалі. Андрій Калина отримав золото і срібло. Дмитро Залевський – золото. Віктор Смирнов, почесний громадянин Слов'янська, має повний комплект нагород. Слов'янець Ярослав Семененко став 4-м в 100 метрах на спині. Цих спортсменів тренують Андрій і Світлана Казначеєви. Скажем так, самое сложное для нас паралимпиада. С одной стороны, уже ребята, кто третью паралимпийские игры, кто четвертую участвует. И были и молодые, которые первые. То есть одним сложно, потому что это дебют, другим сложно каждый раз поддерживать на высоком уровне свои результаты и доказывать всему миру, что они лучше. То есть сама подготовка у нас проходила в основном, базовый этап был весь в Славянске. Мы прошли впервые, как бы мы никуда не ездили и тренировались дома. И последние этапы предсоревновательные у нас прошли в Евпатории на нашей базе, Национальный центр Украины, и в Николаеве на спорткомплексе «Водолей». Для Андрія і Світлани Казначеєвих кожна паралімпіада по-своєму значима. На змаганнях в Сіднеї відзначився Олександр Мащенко, який став наймолодшим спортсменом-паралімпійцем. На паралімпіаді в Афінах Сергій Кліпер – двічі чемпіон в 15 років. Відкриттям Лондону став Дмитро Залевський – спортсмен тотально сліпий від народження. Переможець паралімпіади з такими вадами зору – унікальність не лише для України, а й для світу. Участвувалось хорошо, тому що золото взяв, звісно. Участвовал, ну, соперников было очень много, и бороться за эту медаль было очень сложно, потому что много результаты растут, соперники появляются, то есть результат на месте не стоит. Поэтому с каждым годом все сложнее и сложнее бороться за медаль. Но у меня, слава богу, получилось благодаря моему тренеру и тем людям, которые мне помогали. Ушановувати спортсменів зібралася міська влада, представники політичних партій та громадська ініціатива Олексія Азарова «Наш регіон». Кожний, хто прийшов привітати спортсменів здалим виступом, дивувалися великій силі духа і волі цих людей, їх по-справжньому спортивним характером та непоборним прагненням до перемог. Мы очень рады, что в нашем городе проживает сегодня 5 ребят, которые стали чемпионами на Паралимпийских играх. Мы рады, что сегодня еще плюс 3 ребят, которые у нас занимаются. Это Дима, который живет в Авдеевке, но сегодня учится в нашей школе слепых. Это Виктор, который почетный житель города Славянска и в тот же самый момент герой Украины. И это Данечка. Это те ребята, которые сегодня не славянцы, но они занимаются у нас. И мы все делаем для того, чтобы наши ребята сегодня занимались в нашем бассейне. В цьому році в змаганнях з плавання взяли участь 12 спортсменів, вихованців Казначеєвих. Загальна кількість медалей теж 12. Щоправда, не кожен спортсмен став призером, адже конкуренція була дуже висока. Переможець 2 паралімпіад Олександр Мащенко в цьому році отримав 2 бронзи. Впечатляет, конечно, рост результатов вообще в мире, насколько большими темпами, как бы, ну, очень быстро улучшаются результаты у многих стран, появляются новые спортсмены, как бы, и это не только, как бы, мои соперники, а в остальных классах тоже такая ситуация. Еще из таких впечатлений, как бы, мне понравилось очень отношение общества Британии вообще к паралимпийским спортсменам, просто к паралимпийцам. Такого, как бы, таких эмоций, как бы, я на улицах не встречал ни в одной стране, ни в Германии, ни в Австралии, вот где, везде, где приходилось быть. Как бы, ну, да, с уважением, все, но так как здесь, на улицах люди хлопают, оборачиваются, фотографируются, школьники, как бы, ну, обычные обыватели люди, как бы. І це впечатлило, звісно, теж. В цьому році 5 слов'янських спортсменів, паралімпійців та їх тренери отримали звання «Почесний громадянин Слов'янська». Така увага з боку міської влади досить звична ще з 2004 року. Анатолій Левіт, слов'янський міський голова 2002-2006 років, а нині представник громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон», і сьогодні не залишає спортсменів поза увагою. История вот, поддержки и развития нашего спорта вот, для людей с ограниченными возможностями, да, начинается не с моего мэрства. Первые международные соревнования по плаванию, которые проходили в Таганроге, это было задолго до моего мэрства. Вот,
и он обратился к нам, мы ему помогли. Это был первый выезд на международную арену наших вот учеников школы слепых, ребят, которые впоследствии уже стали вот такими знаменитыми. Паралімпіада в Лондоні – досягнення не лише загальне, а й особиста знакова подія для тренерів. Олександр Мащенко, який завоював першу медаль у 2000 році, в цьому році виборов 50-ту ювілейну нагороду.